Всем добрый день, и сегодня мы опять в Обнинской сыроварне на туре «Первый вкусный». Я о нем уже говорил, и сегодня у нас первый визит с Подмосковья наших туристов, которые пройдутся по этому маршруту. Сейчас они непосредственно на первой точке, «Бодрое утро» называется, где, по сути, они дегустируют кофе от нашего производителя, кофейников, прямо тут неподалеку, и закусывают сыром. Мы из Подмосковья, город Щелково. Все у меня сотрудники образовательных учреждений. Мы приехали в Обнинск уже третий раз. Вы знаете, очень замечательный кофе бразильский. Мы сейчас пробуем бразильский кофе. Вкус потрясающий, тонкий, мягкий такой, да, не очень горький. Если это кофе с сыром, то это вообще великолепный вкус.